Хорошо, понятно и с этим. И вот последний вопрос, уже связанный с боксом. Сегодня ночью будет драться наш боксер Сергей Ковалев с Андре Вордом. Вам это интересно, будете ли смотреть? Я смотрел первую, значит, встречу их. Угу. У меня двоякое осталось впечатление. Я согласен с комментатором, который утверждал, что все решил 10-й раунд, когда просто Ковалева засудили. Вот этот 10-й раунд и принес победу, в принципе, Уорду. Ты знаешь, у меня такое сложилось впечатление, что Ковалев не очень хорошей форме. По тому бою, да. Абсолютно. Я говорю по тому бою. Mm-hmm. Но я думаю, что он сильнее, это Уорда. И я думаю, что Ковалев его сегодня нокаутирует. Потому что, откровенно говоря, потенциально в некоторые были раунды, где Ковалев на голову был сильней. Здесь даже говорить нечего. Угу. Но судьи решили по-другому, это их право. Тем более я могу поспорить с нашими комментаторами, может один, два, двое судей засудить. Но когда все трое отдают предпочтение Уорду, то даже складывается впечатление, что они правы. Не могут они там сплавить все трое и играть в одну калитку. Интересный будет бой, честно говоря. Мне хотелось бы будет посмотреть. Но уж больно в 4 утра, кажется, будет. Ну, да? Этот бой, скорее всего, будет в 7 утра. 4 утра – это да. Начало боксерского вечера. Вот мне кажется, что Ковалев должен победить его. Я видел последнюю их пресс-конференцию, где он там прям в наглую чуть не оскорбил Уорда, что готовься, я вроде тебя изуродую. Тоже вроде некрасиво, не надо. Как-то мы к этому не приучены. Наша боксерская школа никогда никого не страшила, делала свое дело потихоньку. А выпад Ковалева мне не понравился. Не знаю, как тебе. Не надо. Надо вести себя элегантно, красиво. Ты боксер. Здесь уважение должно быть к сопернику. Ну, это мое мнение. Mm-hmm. Именно так. Спасибо вам большое, Валерий Леонидович. Пожалуйста, Влад. Счастливо. До свидания. До свидания.